Кто тебя научил так драться? Ведьмак, которого ты убил. Она тебя не бросит. Вы, люди, так непрактичны. Сири! Нет! Я запрещаю! Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось. Теперь расскажи что-нибудь об этом карантине. Ты хорошо его знаешь? Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности, которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал карантин. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. Где-то здесь. Этот лед — заклятие. Надо уничтожить посох, который его наложил. Посохом я не ограничусь. Yeah.
Почти, Хирае. Почти. Изгардиат! Хорошо. Давай заканчивать. Скажи, что умеешь. Ведьмак, я так ждал тебя. Почему? Хотел тебе кое-что сказать. Позже. Когда ты будешь умирать? Я хотел убить Хирае и выстрелить в него, но теперь...
Так что ты хотел мне сказать? Авалак обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цирилу. Я тебе не верю.